Всем добрый день. Мы выжили. Все хорошо, все замечательно. Вчера неплохо посидели в очередной раз. Сегодня мы последний день тут находимся. Решили съездить в Сухум. Как-то так, да, могу ошибаться, извините. Сзади вся наша делегация идет. Ну и Лика хочет поздороваться. Лик, будешь здороваться, Лик? Всем привет, мы сегодня... Что мы сегодня? Мы сегодня поедем в другой город. Угу. Поедем в Сочи город. Нет, на автобусе. Мы завтра в Сочи. Сочи завтра нас трансфер приезжает в 10 утра. И мы едем в Сочи. Еще там пару дней будем находиться. Они пойдут у нас в аквапарк или какой-то там парк, я сейчас врать не буду. А я хочу в Сочи на автодром попасть, взять в аренду гоночный автомобиль и прокатиться. Нам не пришлось ждать маршрутку, мы быстро сели, тут автобусики вот такие маленькие, в принципе, очень удобно, народу не так много, может он по пути еще кого-то будет подхватывать, ну и не знаем, сколько по времени, конечно, ехать. Ну и решили не на такси все-таки. Маршрутки покататься тоже есть свои прелести. Да, что мы уже поехали в Сухум. Там уже включимся и скажу, сколько по времени мы ехали. Сейчас. Конечно, город тут такой очень специфический. Дома старые, такие все облежные. Ну, блин. Это как лайнер. Сейчас. А, мы, кстати, сюда приехали, чтобы похавать шашлыка. Да. А почему бы и нет? Ну, как бы потусить, не сидеть, тухлить там в бассейне, греть свою жопу. А за такси получается, ой, за автобус вообще 150, но я говорю, давайте, я говорю, там 50 рублей с каждого человека накинем, 1000 там дадим, довезете нас маленько. Ну, он довез, как бы, мужик нормальный, все, но пейзажи, конечно, нормально. Я думаю, еще лет, может, 15, я думаю, тут зайдут инвесторы и будут и отели большие, и все остальное. Так, вот мы зашли вот в морской вокзал. Круто. Сделан в виде лайнера. Далеко. И пошел маленько дождик. Че? Погода. Все испортило, к сожалению. Но мы достигли цели. Нарта. Прям шикарная кухня. Очень понравилась. Мы набрали полный стол, но я уже не стал снимать. Это потому что, ну, там валился и надо было есть все. Ну и дождик валит, мы вызываем такси. Едем в наш теплый бассейн. Ну и надо купить еще вина с собой домой. Там все такое успеть. Самое главное, чтобы бабушка не ушла. А так, спасибо за гостеприимство этому дому. Прям очень вкусно. Прям. Не знаю, сейчас Юля будет у нас оплачивать счет. Посмотрим, сколько у нас получилось. Папа, ну поздоровайся с подписчиками. Да, привет. Обзор номера сделай. Ага, это все. Ну хорошо. Вот мамина кровать. Вот моя кровать. Вот папина кровать, вот наш стол, вот наша кухня, а вот сам холодильник мини. Если что, это был туалет. Вот наш мини-стульчик, он там свет у нас горит, кстати, это что наше. Вот, еще у меня есть вот такая обезьяна. Как будет меня слышно или нет, но мы находимся на вечернем водопаде.
пока Юля Вику укладывает спать, я решил пойти сюда посмотреть, что я тут ночью очень красиво, но это действительно так. Завтра, вечером у нас опять маленькие посиделки. И уже завтра мы выезжаем в Сочи. В Сочи мы будем находиться 2 дня. За эти 2 дня, пока я рассказывать не буду, что я запланировал, я постараюсь. Хотя, если время мне позволит, я это сделаю. А завтра за нами приезжает трансфер в 11 часов. Мы собираем все пожитки и едем в Сочи. А мы рядом в Сочи будем жить. Где аквапарк, где Сочи автодром и где кёрлинг. Постараемся эти все 3 заведения сразу посетить за 2 дня, потому что у нас во вторник ночной рейс без 15:10 по местному времени. Так все, пожелайте удачи, чтобы у меня все исполнилось и чтобы все получилось, что я запланировал. Мы идем уже обратно домой. Вот на этом у нас путешествие по Абхазии заканчивается. Мы перебираемся в Адлер. Отель очень шикарный, хочу сказать. Очень классный. Цена адекватная. Теплый бассейн. Уже успели себе покупаться. Вообще прям круто. Обязательно ссылочку оставлю на этот отель. Смотри. Бассейн плюс 36. За нами уже трансфер приехал. Мы собираемся и едем в Сочи. Уже увидимся с вами там, когда заселимся.